Всем доброго времени суток. Сегодня у нас будет очень интересный расклад. Мы будем смотреть на оракуле мадам Эндоры. Послание от вашего ангела-хранителя. Какая у вас ситуация на сейчас? Что вам необходимо знать? Какую информацию он хочет вам передать? Оракул очень классный. Будем три варианта смотреть. Сейчас мы как раз три карты достанем. Первый, второй, третий. Поставим камешки. Какую информацию хочет вам передать ангел-хранитель? Да? Давайте, у нас будет первый горный хрусталь. Второй будет у нас моховый агат. И третий будет у нас оникс. Как правильно выбрать? Нужно закрыть глаза, сделать глубокий вдох. И первое, что приходит, либо цифра, либо камень, это ваш вариант. Нельзя выбирать между одним и вторым, это неправильно. У нас некоторые девочки смотрят сначала один вариант, потом второй вариант, потом еще и третий вариант, то есть, ну, это неправильно. То есть нужно отключить работу мозга, и ваше подсознание выдаст либо цифру, либо камень. Только так. Все, поехали, будем сейчас смотреть, что у нас интересного, какую информацию вам нужно сейчас знать. У нас будет горный хрусталь. Смотрим карту. Так, смотрите, единички. Ну, у вас карта прекрасная, карта самой интуиции. О чем это говорит? Это говорит о том, что на горизонте новые яркие перспективы. Это отлично. Тут такая девочка красивая с бабочкой на фоне полной луны. Ну, конечно, интуицию надо включать, это однозначно. Сейчас будем смотреть, что и как у нас для первого варианта. Какую информацию вам хотят передать? Ну, первое, что могу сказать сразу, почему вышла карта интуиции, все понятно, потому что, опять-таки, люди вокруг находятся под масками, и люди скрывают свои истинные чувства. Вот, смотрите, если поближе эту карту мы возьмем, карта называется Арлекин. Истинные чувства сокрыты от вас. Также у нас вторая карта идет, карта Сатир. Такой дьяволенок тут сидит. Веселье и потакание желанием, да? То есть, чтобы вас не затащил никто никуда, в какие-то свои сети. Опять-таки Земля, карта Земли. Нам говорит о том, что вы должны использовать логику, разум и здравый смысл. То есть смотреть, не витать где-то в облаках, а смотреть так более, сказать, серьезно, что ли. Ну, зеленый человечек, карта хорошая. Силы природы вам помогают. Посмотрим дальше, что для единичек у нас идет. В принципе, карты неплохие, кроме змеи. То есть тут змея – это всегда карта очень опасная. Она часто указывает на соперников, она часто указывает на людей, которые хотят вам навредить. И, соответственно, значение карты – необходим хитрый и тонкий подход к какому-то делу. Но в то же время идет прекрасная карта «Звезда», «Рыцарь Виверна». То есть ваши все награды, то есть ваши все желания будут осуществляться, да, долгое путешествие приносит награды. Плюс рыцарь, победа над невзгодами судьбы, тоже прекрасная карта. И карта Виверна – это ваши секреты в безопасности. То есть такая, ну, достаточно приятная карта, да, несмотря на эту змеюку, которая у нас вылезла. Сейчас еще посмотрим, что вам нужно. А нужно нам что нужно? Нужно обязательно, конечно, наполниться и восстановиться по чаше, да? То есть, когда вы будете наполнены, восстановлены, включаете свою, по дракону у вас сила-то огромная, да, сила и мудрость, ищите союз разума и духа, то есть вы должны найти, договориться с сердцем и со своей головой, да? Договориться и, так сказать, в унисон, чтобы это все было.
Но еще какие-то ворота есть, какой-то барьер удерживает вас от цели. То есть еще, видите, немножечко дороги прикрыты. Почему? Мы сейчас посмотрим, что еще нужно знать. Что еще? Что еще? Ну, карта духа, прекрасная карта, да? Невидимые силы наблюдают за вами. Замечательное послание. Грифон, честь и удача. Ворон, не очень хорошая карта, да? Она несет какой-то негатив, но тем не менее все закрытые двери будут открыты. Единички, у вас прекрасно идут карты на самом деле. Несмотря на то, что есть какие-то сложности, тут есть карта ворон, да, карта ворота закрытые, но тем не менее у вас... Все время из четырех карт три прекрасных, поэтому тут я думаю, что все прекрасно будет. Посмотрим еще, что хотят передать, какую информацию. Ну вот еще какая информация. Карта сирены, чтобы вас искушение не могло сбить с пути. Возможно, кто-то вас будет как-то соблазнять, как-то заманивать свои сети, да? И знаете, кто это будет? Это будет человек, которому вы доверяете. Карта «Волк». Остерегайтесь того, кому вы доверяете. Очень много эмоций, очень много. И тут же у нас выпадает карта «Любви». Истинная любовь и преданность. То есть я так подозреваю, что человек, который каким-то образом хочет войти в ваше сердце, да, нужно внимательно к нему присмотреться. То есть, чтобы не было действительно какого-то очень сильного искушения, каких-то очень сильных страстей, вот эмоции прям на пике находятся. Возможно, вы просто очень сильно хотели эту любовь. Возможно, у вас давно не было какой-то большой любви, да, но чтобы вы сейчас никуда, так сказать, не встряли, не вляпались, да? Позвольте узнать о ваших намерениях. Тщательно подбирайте слова. Ну, какая-то загадка, да, какая-то тайна. То есть нужно свои желания во Вселенную отправлять, но и в то же время нужно думать о том, что вы говорите. Талисман необходим. То есть близкий друг вас защищает, да, какой-то у вас защитник есть. И карты говорят, что нужен талисман. И вы будете обречены на успех. Талисман – прекрасная карта, замечательная. То есть вот все бы ничего, да, но вот это вот есть пару моментов, на которые стоит обратить внимание. То есть самое главное – это остерегайтесь того, кому вы доверяете. И никакие, так сказать, искушения, чтобы они вас не сбили с вашего пути, с ваших целей. Все, единички, я вас благодарю. Жду от вас обратной связи, насколько было интересно, насколько понравилось. Сейчас поставлю на паузу, хорошенечко перемешаю и буду заниматься нашими двоечками. Так, двоечки, давайте поменяем камешек. У нас камешек идет моховый агат. Двоечки, я вас приветствую. Сейчас мы с вами посмотрим, какие послания вам передает ваш ангел-хранитель. У нас, напоминаю, новый оракул мадам Эндоры. Прекрасные карты, очень понятные, очень простые. Все значения вы также можете вместе со мной прочитать. Картину мы сейчас посмотрим. На что вам обратить внимание для двоечек, какое послание? Так, карты прекрасного качества. Так, двоечки, вот наша карта, самое главное. Ага, смотрите, у нас карта соблазна. Страсть и любовная связь вас ожидают. Ну, прекрасно, прекрасная карта. Сейчас посмотрим, что нам хотят сказать. То, что будет страсть, это замечательное. Так. Значит, смотрите. То, что вас хотят соблазнить, это мы уже поняли. То, что будет страсть, это мы тоже поняли.
Вот. Но смотрите, у нас выходит, что люди есть, которые находятся все-таки под масками и скрывают свои истинные чувства, да? И чтобы вас никто не соблазнил, никто не увел, так сказать, какие-то страсти, да? Тут карта сатир называется, и значение веселья и потакания желанием своим. И вот интересно, что с одной стороны карта звезды – это исполнение ваших желаний, да, и значение карты «Долгое путешествие» приносит награды, и победа-то все-таки будет за вами, да, над невзгодами судьбы. Но вот эти две карты мне не нравятся, не нравятся. Сейчас мы посмотрим дальше, что еще хотят нам карты сказать. Вмешательство сил вне вашего контроля, рука судьбы, высшие силы уже... Ну, высшие силы говорят, что вы станете королевой, что у вас будет любовь и изобилие. Это прекрасно. Главное, чтобы ревности не было, да? Угу. То есть уже высшие силы в вашу судьбу вмешиваются. Зеленый человек тоже карта прекрасна. Она говорит о том, что силы природы вам помогают. Но вот медуза может где-то что-то, так сказать, подпортить. Потому что если вы будете вот так, как у нас там, да, тема любви, то ревность ведет к крушению. То есть вы должны всю свою, так сказать, больше доверять человеку, да, и какие-то вот, если возникают мысли, то помните, что вы должны стать королевой, а королева, она всегда считает себя самой лучшей, и, соответственно, самооценка у нее хорошая и нормальная. Для того, чтобы была любовь и изобилие, вы должны излучать вибрации очень высокие. А ревность, она как раз вибрация очень низкая. Как... Ревность – это страх. Да? Страх, что человек вас, так сказать, поменяет на кого-то. Ну и вот, у нас тут змеюка вылезла. Да, надо включать интуицию, конечно. Сейчас посмотрим, что там дальше. То есть вот, смотрите... Для того, чтобы у вас было состояние королевы, вам все равно кто-то мешает. То есть, скорее всего, есть какая-то либо соперница, либо какой-то человек, который, ну, хочет вас где-то обхитрить, хочет где-то вам что-то сделать не очень хорошее, да. Советуют карты, чтобы был у нас необходим хитрый, тонкий подход. Соответственно, вы можете поискать мудрость и совет у старших. Почему? Потому что черная кошка – это, ну, тоже нехорошая карта, как и змея. Да? Что змея тут может как-то вмешиваться, и, соответственно, удача ваша может как-то перемениться. Соответственно, посмотрим дальше, что будет. Ой, любовь ждет, вы обречены на успех. В общем, вот для того, чтобы все получилось, смотрите, карты прекрасные. У вас идет любовь настоящая, классная. Истинная любовь и преданность. Да? У нас идет талисман, что вы обречены на успех. Используйте логику, разум и здравый смысл. Но есть у нас такая вот сиренка, что искушения могут сбить вас с пути. То есть вы должны в любовных наших делах, так сказать, твердо стоять на земле, не витать в облаках и действительно подключать, как я говорю, да, нужно иметь гармонию между сердцем и головой, да, то есть адекватно оценивать ситуацию, не бежать куда-то там в любовь, не впадать в какие-то крайности, то есть любовь любовью, но знаете как, нужно сначала на человека посмотреть очень хорошо, потом уже там отдаваться с головой в какие-то страсти. То есть не спешите, подождите. Подождите, подождите. Да, эмоции находятся на пике. Тщательно подбирайте слова. Есть близкий друг, который вас защищает, но в то же время вам нужно остерегаться того, кому вы доверяете. То есть остерегаться. Вот такая информация. То есть присмотритесь рядом к людям. И, скорее всего, поэтому у нас и выходит еще карта сфинкса, какие-то тайны, что-то скрыто. Что такое сфинкс? Да, он же, когда к нему люди подходили, должны были разгадать загадку для того, чтобы он их пропустил. Соответственно, если вы загадку не отгадаете, вас никто вперед не пропустит, а вам нужно двигаться вперед. Поэтому эмоции мы держим под контролем,
И подбираем слова. Ну, прекрасная карта ясновидящая выходит. Следуйте за вашей интуицией, но в то же время возможны какие-то конфликты по кинжалу, да? Сейчас мы посмотрим. Да, смотрите, то есть вот это вот человек, которому, да, вот говорили по волку, остерегайтесь, кому доверяете, потому что, возможно, действительно, тут надо включать всю вашу интуицию, чтобы избежать каких-то неприятностей. То есть вы там что-то себе навоображали, и здравый смысл у вас затмевается. Возможны конфликты, потому что тут есть какая-то тьма, которая закрывает, застилает горизонт. То есть тут смысл какой? Карта Ворон может указывать на какие-то еще магические воздействия, да? Поэтому желательно, конечно, быть вооруженным и действительно не спешить, посмотреть, что и как. Барьер удерживает вас от цели. Ну, смотрите, тут такое дело. Еще дороги немного закрыты. И вам нужно проявить всю свою силу, всю свою мудрость, да, для того, чтобы добиться этой удачи. И позвольте Вселенной проговорить ваше желание, чтобы она хотя бы знала, чего вам очень хочется. Ищите союз разума и духа, да. И закрытые двери будут все открыты, отлично. Оказывайте помощь, используя ваши навыки. В общем, девочки, если вы тут умеете, так сказать, быть волшебником, значит, время пришло. Время пришло, наверное, даже больше защищаться, я бы так сказала. Потому что то, что ключ выходит, это отлично, да? То есть все-таки вы найдете ключик, и дверь-то откроется. Чтобы вот стать вот этой вот нашей королевой, где наша королева, всю свою интуицию включать, для того, чтобы у вас была любовь и изобилие. Но, видите, есть люди, которые как бы вот не очень, так сказать, ворон предупреждает, чтобы вы были поаккуратнее. Змеи вокруг вас присутствуют. Интуицию включаем, и вас ждет любовь и изобилие. Вот такое вот у нас послание интересное. Для двоечек, двоечки, я вас благодарю. Сейчас мы перемешаем колоду и займемся нашим третьим вариантом. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь, что вы думаете по поводу расклада, насколько вам понравилось, насколько было интересно. Ставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь на мой канал. Будет еще очень много интересной информации, очень много раскладов впереди нас ждет. Кстати, даже если вы хотите какой-то, может быть, расклад, чтобы я рассмотрела какой-то вопрос, можете мне также в комментариях писать. С удовольствием будем это делать. Так, а сейчас мы будем заниматься нашими троечками. Сейчас хорошенечко перемешаем карты. Это немножко неудобно, я боюсь сбить свою конструкцию, которая у меня тут есть. Так, это мы убираем и ставим. Ставим наш этот... Как он называется? Троечки Кадуцей. Кадуцей. Так, вы получите новости издалека. Вот такая вот у нас карта. Сейчас мы посмотрим, что она обозначает более подробно. Но то, что будут какие-то перемены, какие-то известия троечки, это 100%. И мы сейчас посмотрим, какие именно. Оракул очень интересный, очень глубокий. Что мне нравится, что есть на каждой карте уже есть значение, то есть очень легко с ним работать. Качество прекрасное. Прекрасное качество карт. Поехали смотреть. Послание для троечек. Слушайте, ну у нас, ну прям вообще, представляете, во всех трех вариантах, сколько бы я ни тасовала колоды, все равно выходит первый Арлекин. Ну прям, ну вообще. Ну, значит, так надо. Смотрите, значит, что у нас выходит? У нас выходит, что истинные чувства от вас кто-то скрывает, да? И, возможно, с людьми, которые находятся под масками, вот будет какой-то небольшой конфликт. Потому что
Какие-то искушения вас, во-первых, могут сбить с пути, но тем не менее у вас ключик-то есть, и вы все двери сможете открыть этим ключом, да? Но вот эта вот карта, как бы она немножечко опасная. Смотрим дальше. Да, нужно включать всю свою интуицию. Тут уже высшие силы вмешиваются. Уже видите вмешательство сил вне вашего контроля. По медузе у нас идет ревность. Ревность ведет к разрушению. То есть ваши эмоции, да, держать под контролем. Ищите союз разума и духа. И по интуиции вас ждут новые яркие перспективы. То есть, в принципе, будет все достаточно прекрасно, достаточно интересно. Ну вот, ждет вас любовь и изобилие. Невидимые силы за вами наблюдают. Главное не упустить ваше время. То есть сейчас, видимо, самое такое прекрасное время, чтобы вы, наконец, стали прекрасной королевой, да? И вы, вернее, уже и стали. Высшие силы наблюдают за вами и просят вас, чтобы вы контролировали свое воображение, потому что оно вам затмевает здравый смысл. То есть получается, по химере вы где-то летаете в облаках, о чем-то мечтаете, но время тикает, то есть по часам. Понимаете, вам нужно что-то успеть сделать. Если вы этого не сделаете сейчас, время уйдет. Я думаю, каждый поймет, что он хочет, и что времени осталось, ну, не совсем много на самом деле. Так, грифон — хорошая карта. Огонь, вода. Ну, тут, конечно, очень много эмоций. И поэтому надо их, конечно, держать под контролем. Все ваши секреты находятся в безопасности, вы за это не переживаете. Но бездумные действия могут привести к конфликту. То есть для того, чтобы была честь и удача на вашей стороне, вам нужно все-таки сейчас немножечко себя больше контролировать. Независимо от того, какие новости вы будете получать. Чаша — карта прекрасная. Это восстановление, это наполненность. Что говорят? Ну, говорят, что вы находитесь под защитой. Ваш друг вас защищает. Изменения у вас будут очень большие. И все ваши способности будут усиливаться. Но для того, чтобы они усиливались, магический круг, классная карта, чтобы они усиливались, вам нужно себя сначала восстановить и прийти в себя. Вот по чаше карта восстановления. Вот это нужно сделать. Солнышко, ваша настойчивость будет вознаграждена. Отличная карта Солнца. Ну, ветры перемен, да, будут очень большие изменения. Змеючка выползла. В общем, несмотря на то, что какие-то все-таки недоброжелатели вокруг вас присутствуют, да, все это изменится, все это уйдет. И вы должны оказывать помощь, используя ваши навыки. Оказывайте помощь другим людям, да, во благо свою энергию тратьте. Тогда у нас идет солнышко, и все, в общем, под солнышком сбываются все желания, да, все исполняется, становится все прекрасно. Ваша настойчивость будет вознаграждена. Это прекрасные карты. То есть тут у троечек, в принципе, все достаточно неплохо. Неплохо. Что нам еще нужно? Такое послание, что вам нужно немножко больше терпения набраться. Да? По карте паук. Потому что еще не открыты ворота. Что-то вас удерживает от вашей цели. Но если вы будете проявлять силу и мудрость по дракону, то, соответственно, вы добьетесь всех своих целей, потому что дракон — это очень могущественная карта, она очень классная, она очень могущественная. Вы под защитой, вы в полной безопасности. Ну, немножечко, да, немножечко еще подождать. Вас ожидает страсть любовная, любовь тут будет большая, да.
небольшие преграды присутствуют. Почему присутствуют? Потому что есть вот какое-то потакание своим желаниям. Да? Потакание желаниям. То есть получается, что все ваши мечты будут исполнены. То есть будет полная победа над невзгодами судьбы. Долгое путешествие приносит награды. Но вам нужно остерегаться этой карты, этого сатира. То есть понятно, что вы в безопасности. Понятно, что любовь вас ждет, да, там солнышко, все прекрасно. Но вот эта вот карта, она негативная. То есть свои желания держите под контролем. Свои страсти, свои желания, чтобы они вас не сбили с пути. И у нас выходят прекрасные карты. Карта звезда и карта рыцарь, да. То есть по звезде, ну, полностью все исполняется, троечки, я вас этим поздравляю. Самое главное, вы помните, в самом-самом начале у нас были песочные часы. То есть ваша задача сейчас получить информацию и не упускать свои шансы, свое время. То есть делайте то, что наиболее важное в данный момент, да? То есть не упустите. У меня, кстати, вот когда мы делали расклады, бесплатные были там, да, бесплатные вопросы. Как раз там у одной девочки был вопрос очень серьезный. Как раз у нас вышли песочные часы. И карты прекрасно показали, что... Они прекрасно дали информацию, что ей нужно делать. И я думаю, что, троечки, вы тоже поймете, что сейчас главное не упустить ваше время, потому что время, оно не возвращается. То, что вы хотите сделать, сделайте, пожалуйста, как можно быстрее. И тогда все ваши желания исполнятся, и вас ждет очень большая удача. Все, я вас благодарю за внимание. Пожалуйста, ставьте лайки, подпишитесь на мой канал, пишите комментарии. Мне всегда очень приятно, когда вы пишете мне обратную связь. Будет еще очень-очень много интересного. Всех благодарю.